Всем привет, с вами снова Александр Мордынский. Сегодня у нас распаковка очередных товаров с JD. Взял я себе вот такой вот кабелечек, значит, Базеус 3 в одном, заявлено 3,5 ампера и 30 сантиметров длина. На самом деле, я думал, что 30 сантиметров длина каждого кабеля в отдельности. Но, как вы можете видеть, у меня уже один распакован. И получается достаточно-таки короткая история. То есть, реально короткая история, потому что здесь идет розетка. Вот так он выглядит, такой вот коротенький. И, собственно говоря, здесь мы имеем Lightning, USB-C и micro-USB. То есть три вот таких вот проводочка коротеньких. Упаковано все следующим образом. Такая вот красивая яркая упаковка. Базеус мне, в принципе, зашел. Можно брать их аксессуары. И что я могу сказать? Ну, в принципе, как бы кабель годный, но вот Fast Charging он совершенно почему-то не выдает. То есть давайте вот на примере того же Samsung, вот у нас беспроводная зарядка с быстрой беспроводной зарядкой. Ставим. И у нас почему-то, я не знаю почему, включается только режим простой беспроводной зарядки, который длится часа 3. Точно так же мы подключаем вот обыкновенный USB-C провод. И тоже получаем обыкновенную зарядку, которая длится пару часов. У Samsung сразу пишется быстрая зарядка, если она поддержит. То есть, видите, час. За час он быстрой зарядкой заряжается полностью. С чем это связано, я не знаю. Блок питания я не менял, это Xiaomi-шный блок питания. То есть, все должно работать хорошо, но почему-то не работает. iPhone также медленно заряжается. Собственно говоря, под яркой упаковкой скрывается у нас реклама какая-то. Новая, типа, двойная беспроводная зарядка. Можете отсканировать, купить. Ну, как бы такое себе. Лучше бы сделали беспроводную зарядку сразу для часиков. Здесь у нас инструкция на английском и на китайском языке. То есть это гарантийный талон, скажем так. В принципе, все. Дальше провод уже выглядит следующим образом. То есть вот такой вот трехцветный, яркий, красивенький. И все здесь, то есть у него есть несколько версий. Есть версия подешевле, но там провода имеют функцию передачи данных. Мне функция передачи данных на зарядке совершенно ни в какие ворота не всралась, поэтому я взял только зарядку. То есть, соответственно, мы имеем только зарядку. Так, а вот здесь я уже не понял, конечно. Нарисован USB, но должны были нарисованы быть только зарядки. Окейушка. В принципе, это абсолютно тот же самый провод. Ну и все, как бы. Провод Базеус. С вами был Александр Мордынский, ссылки оставлю в описании. Можете брать очень хороший, плетеный, качественный, положите себе к пауэрбанке, и будет у вас зарядка на все три, скажем так, оставшихся в живых стандарта.